Всем привет! Продолжаем римку. Тут вне серии я немножко как бы перепланировочку сделала, там кое-что достроила. К нам опять упал метеорит с серебром. То есть у нас скоро прибавится денежек. Вот. Ну, тут перетаскиваю как бы ресурсы для того, чтобы мои поселенцы могли делать быстрее все это дело. Вот, видите? Вот. Так. И скоро мы начнем с вами делать компонентики. Ну и, соответственно, все как бы улучшенные вещи. И знаете, что я тут подумала? Нам, наверное, уже стоит поставить мониторы жизни. Так, вспомнить бы, где они. В какой... Вот они, показатели жизни. То есть их... Вот так вот, они на две кровати получаются. Вот, сейчас как возможно, даже нам уже с вами стоит задуматься о больничных кроватях. Так, в мебель, по-моему, если не ошибаюсь. Нет, не мебели. Больничные кровати. Так. Производство. Это все. О, кстати, плазменный телевизор можно им поставить. Покрытие не то, защита, мебель. А, нет, все. Верно. Так, пока две штуки поставим. Что там на них надо? Компонентов нам скоро очень много нужно будет. Так, и теперь посмотрим, пофиксили нет эту часть. Так, переподключиться. Ну. Блин, как это я делала-то? Ладно, пока выключаем их. Чтобы они у нас энергию не жрали. Угу. Так, вот это можешь убрать. Это можешь убрать. И сюда ставим хорошие кроватки. Отлично. На этих кроватях и с вот этими мониторами наши поселенцы, ну, чуть-чуть побыстрее получается вылечивать. Так, и у нас, я вот думаю, сегодня мы сделаем с вами пересадку. Так, процедура добавить. А какая у него правая нога? Правая нога. Так, а чё ты не сюда? Вот ты... Так, стоп. Кто где дерется? Где ты? Ноби, 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 Ноби. А чё вы опять... Социум? Ага. Дружить они не хотят. Ясно. Так, и кто у нас самый хороший медик? Давайте посмотрим. 12, 12. Тут даже, наверное, смотреть не стоит у этих. Ну, давайте пусть шторм. Нужен материал. Так, а какая у нас нога-то получается? Стоп, где у нас эта нога? Так, здесь, может, видно ее. Слушайте, а у нас с едой проблема. Очень хорошая проблема, причем. Так, мы что, продали ногу, что ли, или что? Я что-то не вижу.
Интересно, девки пляшут. Я не вижу ногу. Окей, так, включаем вот это. Что нам там надо для этого? 15 пласта или продвинутые компоненты? Да вы издеваетесь. Так, а и продвинутые компоненты из чего делаются? Компонент. Сталь, пласталь. У нас теперь еще и с пласталью проблемы. Так, давайте компонентов сделаем соточку. Нам сейчас это будет очень нужно. В смысле? А, подожди, Сахарка, ты что ли делала ногу? Порез, укус, наркоз. Деревянная нога. Я что-то понять не могу. Все-таки где у нас нога-то наша? Была же. Мы что, ее случайно продали? Ладно, будем разбираться с этим потом. Айда вы... До выздоровления, пожалуйста. Лечись быстрее. Видите, как он... Вот... Так, может быть, на него нажать. То есть... Побыстрее все равно, получается, они выздоравливают. Компоненты делают, отлично, все делают. Так, нам теперь надо вот эту вот по карте собрать. Все, что где найдем, пусть перетаскивают. Да что ты со всеми дерешься-то, нуби? Вот что тебя не устраивает? Подожди. Так, а это что здесь лежит? Вот это все перенести надо. Нуби, ты еще и ушатал мне Харди? Да ты, козлина, вообще что ли офигел? Где Харди? Стоп, он мертв? Харди мертв. Я не поняла, почему Харди умер. Нуби, нам тебя что, выгнать что ли? Я что-то не врубаюсь. Слушайте, ну, я перезагружусь. Мне это вообще не нравится. Так, загрузить, блин. Не то сделала. Ладно. Так, ага. Мы остановились на том, что... Сейчас попробуем. Посмотрим. Так, пока операция не назначена, посмотрим нашу ногу. Но я реально ее что-то не вижу.
Вот она нога. Пионическая нога, да. Так, окей. Харди. Назначаем тебе правую вживить бионическую ногу, и этим займется у нас Шторм. Стоп. Теперь вот грозовой шторм. Бионическая нога. Вуаля. Все получилось. Сахарку причем не назначали совершенно, блин. А она нам тут напортачила за раз такая. Из-за нее пришлось перезагружаться. Так. Вот это все, пожалуйста, принесите на базу. Что у нас, почему с едой проблемы? Кто мне скажет? Так, добавляем компоненты. 100 штук. Грузовые контейнеры. О, нет, это пусть здесь остается. Так, перетащить. Нет. О, муфала прибивается к поселению. Перетащить. Все перетащить. Нам сейчас это все понадобится. И собачки нам должны помочь, в принципе, воодушевление. Ничего страшного. Давайте, собачки, переносите все это тоже. Так. Харди, посмотрим давай. Что у нас по здоровью? Движение улучшено. Сознание пока ослаблено почему-то. Как можно это сделать? Из-за шеи, да? Вот, к сожалению, наверное, с шеей мы ничего сделать не сможем. Торговый караван, отвалите. Так, и давайте, наверное, посмотрим сразу, у кого у нас еще было. Так, палец правой руки. Ну, фига себе. Ясно. Нога. У тебя все замечательно. Харди у нас вообще красавчик. Так, палец правой руки, левой руки. Ноги. Нет. Тут тоже красавчик. Без ранений, без всего. Нуби у нас. Простой порез ноги. Левая, правая нога у этого. Возможно, мы ему поменяем тоже ноги.
Так, рука. Ну тут пальцы, ничего страшного, с пальцами ничего не случится. Так, что-то я побаиваюсь. Сделаем чуть побольше. А то сейчас натаскает и места не будет. Так, тяжелый турель изучите мне, пожалуйста. Здесь никого нет у нас пока. Хорошо. Так, чё? Так, скоро ткань будет. 56%, да? Ну, ничего страшного. Ауч! Вот это вот плохо. Это плохо, когда бзз делает. Блин. Ой. Так, нет. Да, выключить. И, наверное, построим вот здесь вот копию. Чтобы сюда отдельно шло. Здесь сейчас быстренько накопится. Блин, ну сейчас проблема будет с энергией. Вот этот бз не вовремя вообще. Так, кстати, на улице. Ну, здесь, кстати, можно понизить. Видите, как довольно-таки быстренько тут. Так. Давай-ка выключим. И посмотрим, как один он сможет, не сможет сделать хоть что-то. Чуть-чуть хирурга. Блин, неужели две вот этих не справляются? Так, ну давайте, наверное, пока временно вырубим. Внутри этот. Здесь тоже можно вот это вырубить. Энергию немножко поэкономим. Хоть перебой перестали идти. Это хорошо. Так, давайте, наверное, построим здесь копию. Чтобы побыстрее делалось. Так, с едой. Вы что мне тут творите с едой-то? Придется открывать. А то они сейчас злиться начнут на это еще. Ты в чем это? Из плаща сделала или нитника? Откуда у нас дьявола нитник? Хм, интересно. Вроде дьявола нитника у нас не было. Так, давайте вот эти вот... Ой, нет. Вот так вот сделаем. Пусть ходят через одни двери. А здесь вообще ни в какую, да? Не справляется просто.
Так, кстати, вот здесь пока можно вырубить временно. Новая пара. Мобилу. Уху! Прикольно. Так, давайте посмотрим. Здесь вот освободилось, да? Здесь 5. Здесь 1. А чё вы сюда-то перетащились? Вот два дурных. Так. Иду. А это ничья пусть будет. Выруби. Вам здесь будет комфортнее намного, вы чё, чуваки? Кстати, мы можем сделать телевизор. Надо будет сделать телевизор. Это будет намного круче, чем вот это вот. А этот потом продадим. О, наконец-то чуть-чуть энергия пошла. Не знаю, конечно, за счет чего оно так медленно идет. Ну, что-то с едой прям вообще проблема. Кстати, у нас же оленяшка. Так, по питомцам чего? Давайте посмотрим. Муфала. Пусть муфала все здесь будут. Лабрадорчиков пока маленьких нету. Печалька. Так, тебя не обязательно. Ты у нас, наверное, на корм пройдешь или продадим. Не знаю пока. Посмотрим. Варга надо вольнуть. Ты с кем дрался-то? Трещина. Крыса-то дрался. Так. О, отлично. К нам торгаши идут. Как вы зайдете? Фу, я думала, они сейчас через этот пойдут. Что хорошего есть? Змеи. Да нет, нам не нужны ваши змеи, спасибо. Так. Передовые то надо купить, конечно. Золото давайте все купим. Так. Пласталь нам нужна обязательно. Что, больше нечего продать, что ли? Чип счастья бы еще кому-нибудь. 900. Ну нет, я покупать не буду. Ну, больше нечего. Гипертткань тоже покупать не буду. Сами сделаем потом. Так, что это у нас? Это у нас залежи стали. Залежи стали. Стали, не стали. Так, здесь что у нас? Тоже стали.
Уран нам пока не нужен. Блин, вот сюда бы нам пора, конечно, уже. Да вы заколебали драться. Ну что за фигня-то, а? Бездельничает Омега. А ты что бездельничаешь, Омега? У тебя что, закончилось? А, у тебя известняка, что ли, нету? Это вот что? Ну, давай ты нам сделаешь... Так, кстати... Давай ты нам сделаешь... А, у нас ткани все равно нет. Нет, ты нам не сделаешь. Косяк, медикаменты. Синтезируй пеноксицилин. А из чего ты его? А, нет, пока не надо. И, кстати... Давай-ка Лу перед... Нет, Лу нам нужна будет... Перенести. Перенести. Пантера, вот это вот перенеси. Мы сейчас эти продадим еще косяки, еще бабла заработаем тогда. Так, косяки. А чё, нету? Блин. Люциферий, главное, есть. Значит, по сути, ты должен покупать это. Вот гад, обманул нас. Ну ладно, отмена, значит. Так. Уходят, до свидания. Приходите еще. Алвин, а ты чем у нас занимаешься? Ты у нас художник и шахтер. Гостя. Лу, иди, поторгуй. Может, ему косяки получится продать. Ткань, ткань, косяк дыма листа. На. Ха-ха. Так, ну и, наверное, уже одежду чуть-чуть продавать надо. Так, вот это, вот это. Вот так. Все, чуть-чуть вернули денег. Ну, давайте, я не знаю, скульптуры пока не надо. Вещи, ну хотя нет, наверное, лучше пусть скульптурно делает. Так, вот так вот сделаем. Что у нас по дереву? По дереву у нас не так много, да? И в округе дерева почти нет. О-хо-хо. Хорошо. Нам
Нам сейчас дерево нужно будет. Что ты там подарил? Икву. Ой, блин, прикол. Ага, у нас вот эти вот плохо заряжает. Так, может быть, энергия? Нет. Сюда ты энергию не пускаешь. Почему вам не хватает сюда вот? Ну, блин, еды не хватает опять уже. Харди. А, он сейчас лук станет, поможет. Стоп. Почему вы опять начали? Шикарные блюда. А здесь что? Метеорит. Ох ты ж, нефрит это сколько. Вот это офигенно. Они еще с нескольких сторон. Смотрите-ка. Тынц. Тынц. Так. Угу. Питомцы. Вы тоже у меня все здесь будете. Так, включить. Стоп. Ага, отлично все. А у меня поселенцы все на месте? А, ну отлично, мы сейчас их быстренько зафигачим. Стоп. Ломайте всех. Ломайте. Ибо нефиг было приходить. Один, правда, ушел? Ничего. Так, вот это все перенесите. О, оружие принесли. Тоже неплохо. Ну что, прикольно. Отбились от налета. Неожиданно так. Под конец серии пришли к нам бандитосы. Ну что, давайте тогда на этой веселой ноте закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всем пока-пока, чмоки-чмоки.